каждый новый займ больше предыдущего, и каждый последующий займ еще больше. Отличные наличные. Больше займов – больше сумма. Резонансные уголовные дела этого и прошлых годов, произошедшие на территории Тувы. Этой теме посвятили пресс-конференцию в региональном следственном комитете. Так, по данным ведомства, за 9 месяцев текущего года на территории республики зарегистрировано около 6 тысяч преступлений. Свыше 1500 из них входят в разряд тяжких и особо тяжких. В первую очередь журналистов интересовал вопрос о резонансном убийстве семьи в городе Ак-Довурак. Напомним, 4 марта этого года при тушении пожара в одном из многоэтажек города были обнаружены тела 35-летних супругов и их малолетних детей с признаками насильственной смерти. В ходе оперативных мероприятий были задержаны две родные сестры, местные жительницы. По данному уголовному делу следствием проведено большое количество экспертиз, в том числе и психиатрических. По результатам этих проведенных экспертиз, фактов того, что можно было сказать, что они не причастны к данному преступлению, не установлено. То есть, следствием пока то, что мы имеем, у нас полностью доказано их вина. Особое внимание на пресс-конференции было уделено преступлениям в отношении несовершеннолетних. Так, за 9 месяцев следственным комитетом возбуждено более 140 дел. В преступлениях по отношению детей самым громким стало убийство новорожденного ребенка, тело которого было обнаружено в Кызыле в пакете на берегу Енисея 21 апреля прошлого года. Мать ребенка не установлена. Проведена генетическая экспертиза, установлен генотип. Вот. И в настоящее время по расследуемым уголовным делам следственным управлением у нас производится забор генетического материала, в том числе у всех мужчин, которые проходят, потому что вы же знаете, что ребенок сам появиться на свет не может, существует как мать, так и отец. То есть, возможно, при совпадении генотипа отца мы выйдем на, собственно говоря, на мать, или при установлении генотипа матери мы выйдем на нее. По данным регионального следственного комитета, с начала 2017 года зарегистрировано 11 преступлений против половой неприкосновенности и свободы в отношении детей, среди которых и дело 76-летнего уроженца села Элегес Тандынского района. Напомним, 2 октября текущего года подозреваемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, зашел в дом односельчан, где находилась малолетняя потерпевшая. Воспользовавшись отсутствием взрослых, мужчина совершил в отношении 8-летней девочки насильственные действия сексуального характера. В настоящее время следственные действия проводятся, обвинение этому гражданину предъявлено, там не изнасилование, а иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14 лет, то есть это статья 132, часть 4, пункт Б. Обвинение предъявлено, но он пока вину не признает. Также руководство регионального СКР рассказали о ходе дела без вести пропавшей в мае 2014 года в Шагонаре 5-летней Аиши Кулар. Расследование дела все еще продолжается. Нами регулярно проводится и обследование территории, местности с целью обнаружения, возможно, останков. Хотя надежду о том, что она еще жива, мы не теряем ни в коем случае. Вот. Недавно проведены поисковые мероприятия с привлечением волонтеров, сил МЧС. Значит, тоже обследовано более 350 колодцев. В начале июля этого года в 3-4 километрах от села Элихем Чахольского района, в 130 метрах от береговой линии Саяно-Шушенского водохранилища, были найдены костные останки. По данным проведенных экспертиз, установлено, что останки принадлежат ребенку в возрасте от 6 месяцев до 1,5 лет. Назначена геномная экспертиза для выделения генотипа и, возможно, установления близких родственников, чтобы получить более подробную информацию об обстоятельствах гибели данного ребенка. Но напоминаю, наше основное предположение, что это захоронение старое, которое просто размыло воду. Кулараиши данные останки не принадлежат. В целом, за 9 месяцев текущего года следователями следственного управления возбуждено более 470 уголовных дел. Всего в производстве за этот же период находилось 772 уголовных дела. Около 500 обвиняемых уже предстали перед судом.
Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта совместно с представителями ГИБДД и городской мэрии провели накануне вечером рейд по освещенности пешеходных переходов Кызыла. Первым проверили пересечение улиц Кочетова и Ленина возле молодежного парка. Участники рейда отметили, что здесь освещение дорожных знаков и самого перехода не соответствует государственным стандартам. А иными словами, на этом участке дороги ничего не видно. Вот пешеходный переход не освещен электрическим освещением. Ну, что это дает, если не освещение? Нет, ну, значит, плохо, да? Да, конечно, вот это в первую очередь ориентирует водителя в темное время суток, то, что вот к пешеходному переходу приближается человек, пешеход и переходит дорогу. Далее в списке самых темных стал отрезок улицы Аюна Курседи рядом с 10-й школой. По словам начальника отдела энергетики Департамента городского хозяйства столичной мэрии Михаила Павлова, работы по освещению данной улицы ведутся. ТВ-энерго ведет строительство, то есть по выставлению новых колонок. Соответственно, мы будем тоже вместе с ними вешать новые колонки. То есть дальше по улице получается. А то, что здесь, как бы у нас... То есть содержание улицы, то есть, ну, допустим, если сегодня замену сделаем, то есть завтра, ну, всякий фактор, то есть перенагрузка где-то, нехватка напряжения, может лампочка перегореть, поэтому как бы не можем конкретно именно что сегодня, да, там, либо завтра. Фактор просто. Третьей точкой проверки стала улица Магистральная в районе Ближнего Кахема. Особое внимание этому отрезку дороги уделяется из-за большого количества пострадавших на пешеходных переходах. Ну, в пример можно привести данную улицу по освещенности. Все соответствует государственным стандартам. Пешеходный переход тут в данном случае освещен. И сама дорога освещена стационарным электрическим освещением. Нарекания водителей и горожан на недостаточное освещение уличной дорожной сети в темное время суток звучат достаточно часто и в отношении Байхакской. Однако на улице уже установлены опоры с фонарями, которые в ближайшее время включат. Отметим, что итоги рейда будут подведены на следующей неделе. По результатам проверки уже сегодня можно сказать, что на многих улицах освещенность ниже нормы, либо вообще отсутствует. Товарищи, ноябрьская ценовая революция в РБТРУ. Все готовы? Готовы! Начинаем! Посудомоечная машина Bosch со срочкой старта всего за 19 590 рублей. РБТРУ. Информация для мужчин. Только до 10 ноября 2017 года. Первая и последняя распродажа в магазине «Братишки Бальчиш». Скидки на весь ассортимент до 50%. Успей набрать ништяков за полцены. Е капиталын пажин садып паза тудып алырынга ажыгларынга тузаларбыз. Сез 600-400-500-10-10. Муниципальный жилищный фонд города Абакана представляет жилой комплекс «Арбан-Сити» в новом районе Арбан. Школа, детские сады в шаговой доступности, большая парковая зона, торговые центры, многоуровневые парковки. И, конечно же, квартиры класса «Комфорт» в кирпичных пятиэтажных домах. Объявляется начало приема заявлений на бронирование готовых квартир комфорт-класса в новом жилом комплексе «Арбан-Сити». Глава республики Шалбан Караул поручил выяснить обстоятельства гибели от ножевого ранения 18-летнего уроженца Тувы, студента Сибирского университета потребительской кооперации города Новосибирска. Сколото-резанным ранением спины его обнаружили около часа ночи 30 октября недалеко от одного из домов по улице Карла Маркса города Новосибирска. Сотрудники скорой медицинской помощи боролись за его жизнь, однако юношу спасти не удалось. Глава Тувы поручил своему заместителю Аясу Чуданулу разобраться в причинах и обстоятельствах трагедии. Устанавливается взаимодействие со следственными органами о ходе расследования. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Расследованием занимается следственный отдел по Ленинскому району города Новосибирск. По предварительной информации, вечером 30 октября в общежитии номер 1 Сибирского университета потребительской кооперации между парнями произошел конфликт. Со слов очевидцев, спор решили разрешить дракой на улице. В итоге пострадал студент из Тувы, получив смертельный удар ножом. 31 октября в 10 часов 5 минут в дежурную часть ГИБДД поступило сообщение о том, что в Кызыле на перекрестке улиц Титова и Кочетова произошло ДТП – столкновение двух транспортных средств.
По предварительным данным было установлено, что водитель автомашины Toyota Noah, двигаясь в западном направлении по улице Кочетова, на перекрестку улиц Титова-Кочетова, не предоставил преимущество автомашине Toyota Altezza. В результате ДТП автомашина Toyota Altezza отбросила на тротуар, и она въехала в фасад магазина. Пострадавших не было. По данному факту производится проверка в отделении ГИБДД. Купить шубы на меховой выставке выгодно, если вы уверены в производителе. Как минимум, все выставочные изделия должны быть чипированы, а ассортимент богатым на новинки и разнообразие меха. Среди тысячи моделей внимание стоит остановить на самых теплых. В предстоящем сезоне возвращается мода на пушнину, лисицу и писец. Практичный жакет-трансформер со съемными рукавами можно считать как зимним, так и демисезонным вариантом. На западе России особенно популярен мех бобра и каракуль. Это одно из самых теплых, носких и экономных вариантов. Шуба обойдется покупателю не дороже 60 тысяч рублей. Модницы к таким моделям пока только присматриваются. Качественную норку видно сразу. Это густой подпушек, блестящий ворс и отсутствие у меха заломов. По словам продавцов, покупательницы обращают все больше внимания на светлые модели. При правильном уходе ворс не желтеет. Актуальный сапфировый оттенок считается более практичным, чем молочный или снежно-белый. Еще один показатель качественного фабричного пошива – количество шуб на выставке. Чем их больше, тем провереннее лекало и шире размерный ряд. Если вы купили шубу без капюшона, то подобрать головной убор можно прямо на выставке меховой компании «Белка», которая работает со 2 по 6 ноября в спортивном комплексе имени Ивана Ярыгина с 10 до 19 часов. Чемпион – семейно-развлекательный центр, расположенный по адресу Московская, 24. Широкий спектр услуг и доступные цены делают центр прекрасным местом отдыха для жителей и гостей республики. Первое, куда мы зашли – это игровой зал для детей от 2 лет и старше, мягкая игровая зона для самых маленьких, надувная горка, а для детей постарше – трехуровневый лабиринт, двухуровневая веревочная полоса препятствий и скалодром с 3 уровнями сложности. Все это здесь. Такая мощная площадка, безусловно, понравится ребятне, доставит радость и укрепит физическое развитие. Пока дети резвятся, можно спокойно отдохнуть в уютном кафе, сделать заказ и накормить своих карапузиков всеми полюбившимися наггетсами, картошкой фри, бургерами и пиццей. Но сразу скажу, это еще не все. С полным списком блюд вы можете ознакомиться в разделе «Меню». Там и роллы, и стейки, и еще много разных вкусностей. Здесь есть мини-3D-кинотеатр. В хорошем качестве можно посмотреть и мультики, и кино. Творческие натуры могут организовать в этом зале концерт, мини-спектакль, творческий вечер, семинар или мастер-класс. Вместимость 70 человек. Совсем скоро у кызылчан появится возможность заказать шоу-представление аниматоров, оформить зал шарами и тематическими аксессуарами к празднику, привести ребенка на веселую продленку или группу раннего развития. Спонсор выпуска прогноза погоды – «Отличные наличные». Компания «Отличные наличные». Получайте займы на займ-карту в любой момент просто по звонку. «Отличные наличные» – надежный партнер с многолетним опытом стабильной работы. Продлевать срок займа можно бесконечно. «Отличные наличные» – удобные условия по займам. В ближайшие сутки по республике ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный от 2 до 7 метров в секунду. Местами порывы до 13 метров в секунду. На дорогах гололедица. В Кызыле переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду. Местами туман. Ночью температура воздуха минус 6, минус 8 градусов. Днем 0, плюс 2.